Но я лечу и стану бой снова. Многогранный талант, который радует публику полвека. Артист духового оркестра «Держава» Дмитрий Захаров в этом году отметил творческий юбилей. Он 50 лет удивляет меломанов волшебным тембром саксофона и своим голосом. Дмитрий Иванович работает в Ульяновском государственном духовом оркестре «Держава» со дня основания коллектива. В филармонию он поступил после демобилизации из рядов вооруженных сил Российской Федерации. Почти 30 лет его судьба была тесно связана с военными оркестрами, где он выступал в качестве вокалиста и саксофониста. Музыку юбиляр обожал с детства. Сначала он играл в любительских коллективах, а когда подрос, без диплома музыкальной школы поступил в Ульяновское музыкальное училище. У меня не было никакого музыкального образования. Я решил попробовать без музыкальной школы поступить в музыкальное училище. Но это было очень сложно. Но удалось. Годы учебы пролетели, и выпускника пригласили в оркестр училища связи. Далее Захаров выступал в вокально-инструментальном ансамбле «Горожане». Дмитрий Иванович не раз солировал с оркестром народных инструментов. А в этом сезоне с «Державой» у него дебют. Музыкант выбрал программу по своему вкусу. На концерте прозвучат любимые многими советские хиты. Песни Арно Бабаджаняна из репертуара Муслима Магомаева они точно будут. И «Королева красоты», и «Лучший город земли», и «Верни мне музыку» и «Позови меня». То есть вот эти песни будут точно. Чтобы предаться светлой ностальгии и оценить голос и мастерство владения инструментами, надо прийти в усадьбу семьи Ульяновых. Концерт состоится на свежем воздухе 25 июня в 17:00. Виктория Чиркова, Геннадий Бухтаяров. Улправда ТВ.